Привет. Вот мой результат 16 лет учебы. Школьный аттестат, диплом с колледжа и диплом с Волгоградского государственного технического университета. Ни в одном учреждении не учился по интересующей меня специальности, но я об этом не жалею. Я только рад, что провел 16 лет учась чему-то, потому что это были новые знакомства. Я нашел свою любовь, это новые интересные люди, общение, все это здорово. Без такого учения не было бы всего этого. Если бы вернуть меня на 4 года назад, я бы поступил на, например, на рекламу, на режиссуру или на что-то связанное с путешествиями, потому что от этого я кайфую больше всего. Почему я не поступил в университет на такую специальность раньше? Да, наверное, потому что у меня не было осознания. Какие я вижу пути, выходы и решения этой проблемы, это первое, родители должны осознать, что нравится ребенку, и уже отправить его туда, где ему будет действительно хорошо, где он будет учиться с интересом. И второе, это при поступлении в ВУЗ, например, давали бы экзамены или предметы, обучающие предметы на выбор. И тогда бы у человека в голове бы уже было бы какое-то сознание. Так, зачем мне учить русский, если мне особо не нравится, я хочу учить математику. И как бы вот уже человек более-менее определяется с выбором сам. Вот. Что могу вам посоветовать? Ну, прежде чем выбирать то место, куда учиться, поймите, что вам нравится, от чего вас прет. Потому что этим нужно заниматься. Этому нужно учиться. Вот, например, мне 22 года, и я не вижу смысла идти учиться в ВУЗ снова, поступать на какую-то учебу, и поэтому я буду развиваться сам в том направлении, что мне нравится. А у вас есть время, есть выбор, так что действуйте, рискуйте. Все очень здорово и интересно.